Приветствую. В первую очередь хочу пожелать вам всего доброго, хорошего, здоровья. А у нас на сегодня обзор 5 опасных бритв с геометрией клин, но он в этот раз не совсем обычный. И поэтому начинаем. Начинать. Это дамасская сталь. Количество слоев завышено, а завышено оно на 3016, то есть доведено вместо 2800, 3016, то есть, ну, 3000 округленно, 16, мне кажется, никто не будет читать. А правый вот с таким вот сусальным золотом серебром. Клинышки из того же самого материала. Давайте посмотрим. Это самый широкий клинышек. А, наверное, надо взять, я так не знаю. Вот. В чем его необычность? Ну, он дамасский, во-первых. И дамаск этот многослойный. Многослойность необычная. Наверное, уже внимание обратили на кромочку. Кромочка здесь особо тонкая. Особо тонкая. Вот в этом, в принципе, весь смысл. Основной заключен. Сейчас я вам попробую показать. Сейчас я мимо экранчика, а то я сейчас себе руки отрежу. Видите, может быть, как играет, пружинит кромка. Вот. И это при всем при том, что здесь 75% клин. Понимаете? Второй у них прибамбас. Это, ну, улучшение, так сказать. Это то, что вот эти вот начало вот этого вот полотна я сделал пологим. То есть оно раньше шло вот так и вот так, под углом. А сейчас оно такое плавное, плавное, плавное. То есть выходит плавно на эрл. Шлифовка мельчайшая. Близкая к зеркалу, но не зеркало. Зеркало здесь делать не стоит. Это по насечке. Насечка русской бритвы. Так. И ширина примерно 8 восьмых. Примерно. Я даже не замеряю, когда я приготавливаю. Идеально ровно. Заход. И еще что хочу сказать, потому что вот, ну, время от времени, конечно, говорят, вот у меня сломалась ручка, вот у меня сломалась ручка. В основном ломаются какие ручки? Где у меня тут валяются куча вот таких вот? Вот такие вот костяные. Я хочу сразу вам ответить на этот момент тем, что у бритвы ручки нет. Ее вообще нет. Это называется оправа. И оправа, она создана только для того, чтобы защитить острие от каких-то внешних воздействий, чтобы не порезались. Все, это оправа, это не ручка, понимаете? То есть приправки там, вообще, она не должна участвовать. Она только для того, чтобы закрывать острие для безопасности. Все. Это единственное ее назначение. И не более того. Это тоже широкий клин, но чуть-чуть поуже. И с более прямой кромкой. Вот если заметили, здесь полотно чуть шире. Ну, когда ловил геометрию, вот именно так она захотела себя показать. И вот тут надо, как всегда, вот я сейчас допротру, наверное. А теперь просто я протираю не под жестким светом лампы, и поэтому я много чего пропускаю. Вот, а тут уже вот жесткий свет лампы. Вы видите каждую наночастицу, которая на бритве. И поэтому вот у меня такая вот ситуация складывается. Также нанокромка. Почему вот именно в этот раз именно полотно не протравлено?
как вот тут вот рисунком Дамаска. Потому что из-за большой плотности травление идет намного быстрее. Сейчас поменю. И кислота, в моем случае азотная, вот она играет кромочка. Вот, а кислота азотная, она сразу же просто продырявит насквозь, сделает решето. И поэтому, чтобы сделать особо тонкую кромку, вариант только вот такой остается и никакой другой. Никак иначе, так сказать. Насечку не показал. Легким, тончайшим слоем латуни покрыто. Так, сейчас я мимо экранчика посмотрю. Еще раз, убежусь. Что закрывается идеально ровно. Это уже по миниатюрнее. Принцип один и тот же, 75%. С тончайшей подводкой. Вот, но уже такой вот английский тип. Тоже с микроподводом. Причем вот эту вот кромочку я делал, старался чуть пошире, потому что она была сверх микро. Пошире для того, чтобы было просто удобнее затачивать. И все, насечку. Это самая миниатюрная из всех вариантов на сегодня. Хорошо в руке сидит. Вот. Также у всех бритв, если заметили, вот плавный выход. Вот здесь вот протравлено, все протравлено. Все протравлено, кроме полотна. Ну, видите, вот я просто не вижу под другими лампами, где протирать. Это все протрется, и все будет чисто, чисто, зеркально. Вот так вот. Единственное, что мне эту бритву не нравится, это заход. Он не совсем посередине идет. Вот он как-то вот к одному вот к этому вот боку, как-то вот так вот. Вот в этом ее единственный недостаток. Вот тут уже видите оправу из другого материала. Какую у этих остальных. Вот это уже ближе к французскому типу. Но тут Франции даже не попахивает вообще. И что еще хочу сказать. Случайно наткнулся на бритвы из дамасской стали, немецкие. И там написано: опасная бритва ручной работы. И ценник практически 200 тысяч. Ох, хорошо сидит в руке. Прям вот, прям влетаю. Вот, даже держать не надо, она сама висит. С удобным эрлом узким. Удобно ее править, удобно вот так вот. То есть, вы сами понимаете, о чем я говорю. Не надо протереть. Вроде почище теперь. Я говорю, под этими лампами видно то, что даже нигде больше не видно. Специально жестким светом работаю. Сверхтончайшая кромка. Вот так вот. Да, поставил 22-й год. Здесь 22 это год. Ну, здесь свою буковку К. Брутальную такую. Вот так вот. И что я хотел сказать, да, вот такая штуковина стоит почти 200 тысяч, потому что ручная работа. И после этого еще у кого-то поворачивается язык. Чуть-чуть к этому боку, ну ровно все равно. Что у меня бритвы дорого, дорогие. Они у меня задарма, вообще за так, даром. Ручной работы у них там 200 тысяч. А у меня нет, у меня ножной работы, да. Штамповал бы. Ногой на педальку топал и штамповал. Ага. Всегда клинишки все из того же материала. То есть у всех так вот. С которого сделана оправа. Не ручка, а оправа. Это вот тип такой на немецкий сильно смахивает. Я где-то, по-моему, видел такое. А, давайте сразу же. Вот так вот. Интересно так. Руке свободно, но сидит уверенно. И также плавный заход и
самое главное, чего я хотел добиться, это нанокромку, тончайшую кромку заточки. Тут тоже можно протереть, конечно, будет. Надо будет под этим лампами прям протирать. Скажет, вот обзор, да, показывает, а сам не протер. Честно слово говорю, под другими лампами протирал, там идеально чисто. Но именно вот под этими раскучими. Осечка. Вот такая вот. Везде 75% клин. И ну-ка попробую показать, как играет, проминается кромочка. Надеюсь, это будет видно. Ну-ка. Вот, наверное, так надо. Вот так вот. Вот такие у меня сегодня варианты. Идеально ровно заходит. И что ж, теперь нужно показать, что они заточены, как обычно, да, чтобы не было потом вопросов по этому поводу. Дал волос. Хоп. Так, буду смотреть мимо экранчика, надеюсь, буду попадать в монитор. Это раз. Да что ты, крутится волос как вверченный. Он строганулся. Вот он все отпал. Здесь он строгается сзади. В первую очередь. Но дело не в этом. Бритовки очень любят, когда их ерзают по хорошему ремню. А давайте волос тоже дорубим. Вы, если заметили, у меня ремни немножко подорожали. Черные, хорошие ремни, полноценные ремни. Подорожали не потому, что там теперь кожа практически в два раза больше. То есть два ремня в одном. Так, это первая бритовка. Следующий момент. Прикладываем. Вот он пошел строгаться. Вот он. Сейчас нарежем. То есть сам факт покажу, что бритовка заточена. А уж дальше он надвое распустился. Еще раз. Чудно. Еще раз. Ох ты как. Ну, такое редко бывает. Не знаю, надеюсь, это видно. Кажется, не попутал. Вроде все по порядку иду. Вот такая вот самая миниатюрная. Сначала ее поддвоила. Он опять. Так, мониторчик попал. Вот она ее. Если побыстрее прикладывать, то они сразу отлетают. А если медленно, то они раздваиваются. И дорубаем последний. Вот так вот. Смотрите, вот здесь еще как она заходит. Волос взял бритву, та, которая широкая, но чуть поуже той первой. В экранчик попадаю. И пошли нарезать. Надвое. Вот реально все дела бросил. Опа. И занимался только этими бритвами в последнее время, потому что очень хотелось. Очень прям хотелось сделать. Именно вот в таком исполнении. С микротонкими кромочками. Опа, раздвой. Ну вот. Так, в макросъемке еще раз. Самая широкая. Кстати,
кое-что еще забыл про них сказать. Сейчас скажу. Покажу. У них оправа. Вот таких вот бритв, вот с такими оправами. То есть, точнее, передний пин, он зажат не максимально. То есть, как так полегче. Почему? Клинок тяжелый. И очень легко сломать оправу. Ай, блин, чуть не нарвался на стриё. И поэтому они вот так вот. Ну, по своим весам не падают почти что. Оп, вот так вот. Немного помочь надо. И тогда они, да, закрываются уже. В общем, легче, чем любые вот такие, вот в таких вот оправах. Ну вот, по-моему, все вам сказал, показал. И, конечно, тут можно про них говорить бесконечно. О достоинствах и недостатках. То есть, как бы, можно говорить обо всем часами. Но вы сами все видите, сами все понимаете. И я думаю, что это лишняя вот эта болтовня будет бестолковой. Всем удачи и, надеюсь, увидимся еще.